Всем привет, меня зовут MJ Ramon и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня мы продолжаем играть в Papa & Yo и прокладываем дальше наш путь к шаману. И, собственно, вы помните плохие события в прошлой серии, где мы лишились нашего любимого робота Лула. Но, честно говоря, я верю, что через какое-то время мы его сможем спасти. А пока что нам придется обойтись без него и подождать до того времени, пока он появится, потому что вы видите этот символ, а это значит, что здесь без Лулы не обойтись. И она вернется. Окей. Первое, что у нас здесь доступно, это, конечно, вот данный рычаг. Ну и давайте посмотрим, что нам еще здесь доступно. Мы видим, что вот там, вот аж далеко на крыше, есть шестеренки. До них пока, судя по всему, не добраться. Там здесь нам Лула потребуется, поэтому, скорее всего, на крыше здесь что-то должно быть. И, по большому счету, больше ничего. Окей. На крыше у нас... Ага, обходной путь. И здесь мы можем получить доступ... Знать бы, куда мы получаем доступ. Куда-то на задворке. А, вот как мы можем туда добраться сейчас. Здесь у нас ничего. Давайте тогда нажмем на шестеренки. Это есть. И куда-то это все нас заводит. Петух только что закричал и сразу... Ай! Замолчал. Ну ладно. Раз вы нам предлагаете куда-то идти туда дальше, мы сейчас с вами все это дело и узнаем. И поймем, куда. А, ну просто-напросто. Мы на другую сторону теперь можем перейти. Окей. Ух ты. Здорово. Лула мертва. Мы должны отнести ее в храм. Это наша единственная надежда. Подожди. Мы к шаману вообще шли. Хотя Лулу оживить, конечно, это тоже довольно важный пункт. Без нее мы просто дальше не... Ух ты, не пройдем. Стой! Монстр бросили все, убежали. Я иду! Но монстр сейчас придет, наверное. Или где-то мы ему просто откроем путь, я уверен. Раз здесь есть... эти... Фрукты. Где храм? Ага, монстр тоже должен отправиться в храм. Он где-то здесь. Найди его. Что это такое? Хоп. Ну, это труба, которая... Как бы слушает меня, да? Я могу... Я могу куда-то... Крикнуть, окей. Столько много всего теперь вокруг. Без Лулы не перепрыгнуть. Ну ладно, тогда вниз. Ух ты. Похоже на футбольное поле. В принципе, это футбольное поле и есть. Но сейчас это поле станет полем боя, наверное. Понятно, что в коробке. Это прогнивший фрукт. Если монстр съедает лягушку, тебе нужно найти прогнивший фрукт, чтобы его успокоить. Так мы это знаем. Чего вы мне рассказываете это? Мы уже это два раза проходили. А вот и прогнивший фрукт, между прочим. Так. Две вещи должны случиться, чтобы открыть эту дверь.
Каждая секция поля — это как банка. Ты можешь выпустить ее содержимое или спрятать в ней что-либо. Ага. Понятно. Ладно, где фрукт, мы знаем, да? Мы видим, что здесь у нас эти самые три секции. Сейчас будем в футбол с монстром играть. Было бы прикольно все-таки, если бы можно было мячик попинать. Такое маленькое удовольствие вне основного геймплея. А вот еще одна труба, которая нас слышит. А, это лягушки отсюда будут выпадать. И, наверное, как-то соединить это надо, да? Ладно, мы можем спрятать или захватить в плен, грубо говоря, содержимое, да? Это будет очень, очень занимательный сюжет у нас сегодня, я чувствую. Оп! Не-не-не. Стой там. Понятно. Здесь у нас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Лягушки у нас здесь. Окей. И здесь у нас... фрукты, да? Должны быть, по идее. Ну, вот там наверху есть. Угу. Ну, в принципе, ладно. Что уж поделать. Давайте попробуем выпустить кракена. А, и вон там трубы соединяются, между прочим. Знаете что? Я, кажется, понял. Давайте сначала его спрячем. А мы не успеем, да? Попробуем успеть, окей. Иди ешь лягушки свои. Мэн, лягушки, смотри. Они везде. А потом сюда мы попробуем, вот он ест, да. Мы попробуем его... Оп! Нет, стой, стой, стой. А как я его попытаюсь здесь схватить, мне интересно. Он же здесь не останавливается, ё-моё. Ладно. Мужик, мужик, подожди, мужик. Так, беги отсюда куда-нибудь. Вот так, да. Куда-нибудь туда. Давай за мной. Боу. Стань, пожалуйста, стань. Стань на эту территорию. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Ну же. Ну... Блин, еще лягушки. Нет, нет. И лягушки разбегаются, между прочим, после этого. Выпустить кракена. Не, я здесь ничего не успею так. В принципе, я понял, что нужно сделать, да. Мы кормим его лягушками, чтобы он мог убежать, да? Потом нам нужно его заманить на вот эту вот последнюю, третью территорию, где мы его ловим. И потом мы можем лягушку бросить в ту воронку, которая там была позади, чтобы наш монстр уже на той стороне, я не знаю, пробил ворота или еще что-нибудь сделал. Ну, здесь вот тяжелая ситуация, конечно. Так, все, ты меня не видишь. Нет, ты меня не видишь, смотри. Меня нет. Страшный такой. Ладно, на. Можно сделать проще, я понял. Появится новый фрукт? Появись, появись.
О, надо лягушек спрятать. Черт побери. Что теперь делать? Все, нет лягушек. Вот одна есть. Может, я так успею? Нет, нет. Блин, он забирает у меня лягушек. Да. Он в любом случае успевает забрать все эти плоды чертовы. Так, если лягушка где-нибудь сейчас появится. Я помню, сюда убегала одна. Такая задачка, конечно. Там нет, они исчезли, что ли? Наверное. Да, все, лягушек здесь больше нет. Фрукт, ты появился? Появился, отлично. Мы делаем вот так. Да, блин, он в любом случае будет его съедать, да? Так, Кракен. Ты будешь исчезать вместе со всей этой конструкцией? Или ты останешься там? Он остается. По-моему, я сейчас все испортил. Ладно, стой там. Успею или нет? Давай. Давай. Как? Как ты это? Ё-моё. Фух, успел, смотрите. Отлично. Мы его спрятали. Теперь мы прячем лягушек от греха подальше. Есть, да? Отлично. И теперь мы берем этот чертов фрукт. Ставим его вот сюда. Так, кладем даже. Теперь нам нужно выпустить нашего монстра. Давай, выходи. И успеем ли мы? Должны успеть. Отлично. Теперь дело осталось за малым. Мы снова выпускаем лягушек. Ну и теперь спокойно уже наконец-то можем пойти и одну из них кинуть вот сюда. Ну, насколько я это понимаю. Оп. Супер. Оп. Еще? Наверное, еще лягушек надо. Такая прожорливая труба. Держи еще. Давай. Здесь уже нужно сделать что-то другое. Вот только что. Я вижу, что здесь заканчивается. Может быть, монстр здесь должен стоять. Скорее всего, кстати говоря. Тут лягушки уже по всему... По всей территории. Так, где-то остались лягушки? Да, от них надо избавиться. Стой! 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 Есть и... это. Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Стой! Стой! А ё-моё. О, наконец-то. Все, я надеюсь, что это все были лягушки, потому что сейчас
Я могу все испортить, если не уничтожу всех лягушек. Но я слышу их, конечно. Но это я их слышу из как бы потустороннего пространства времени. Окей. Теперь сделаем вот таким образом. У нас есть фрукт. Все тот же. Мы возьмем его с собой. И поставим вот аж там. Где, я надеюсь, должен стоять монстр, чтобы все открылось. Вот сюда. Отлично. Все, лягушек нет, надо... Давайте осторожно и аккуратно осмотрим все пространство здесь. Нет, лягушек больше нет. Отлично. Выпустим нашего кракена. Кракен, выходи. Он решил еще раз превратиться. Странно, но да ладно. Ё-моё. Я угадал, но не до конца. Окей. Ну что, поехали. Я сделал все теперь как надо. Вот там у нас, вы видите, синий фрукт лежит. Здесь у меня спрятан монстр. Выходи. Вперед. Ну и теперь наконец-то ворота откроются. Ей! Идем. Вот же ж лежебока. Вперед! Ты пойдешь со мной? Да ну и черт с тобой. Я думаю, он как-нибудь и сам придет. Ага. А вот тут где-то должна была выпасть лягушка, наверное. Да? Hello. Ну, мы сейчас его фруктами заманим. Да. У нас есть фрукт. Эй, труба, ты фрукты любишь? Не, не любит. Но она, кстати, открывает дальше что-то, что пока непонятно. Монстр! Идем со мной. Идем, смотри. Вкуснятина. Давай, оп. Давай. Смотри, какая классная штука. Иди сюда. Ешь. Наркоман ты чертов. А вон, кстати, у нас синий фрукт там еще есть. Ага. Супер. Пока он тут будет развлекаться, я чувствую, пора опять нам здесь разных лягушек расставлять. О, посмотрите. Окей. Успею, не успею. Я должен успеть. Есть. Отлично. И что это мне дает? Быстрый способ ухода от монстра. Окей. Значит, мне теперь нужно лягушку сюда донести. Пока он здесь развлекается с фруктами, давайте попробуем проделать ту же историю. Причем, наверное, подождать, пока фрукты появятся где-нибудь на другой стороне, чтобы мы точно успели. Так, ну посмотрим. Вон он далеко, все, отлично. Давай, быстрее, пока он не видит. В дверь! О. Ага, быстрее. Супер, успели. И даже не потребовалось его лечить. Красиво. Ты куда там погнал? Стой, блин. Разогнался. Монстр. А, поспать. Ну вот поели, теперь можно и поспать. Его, наверное, все-таки слоган по жизни, мне кажется. Окей. О, здорово. Пока монстр спит, мы туда пойдем. Ну, наверное, здесь ничего толком. Нет, смотрите, что-то надо делать. Девчонка. Вон она.
Но я уверен, что сейчас будет. Мы к ней поближе подойдем, она куда-нибудь исчезнет, и нам теперь... после этого, вернее, нужно будет снова нажимать все эти шестеренки. Вот смотрите. Стой! Не. О! Что? Любит? Смотрите. Ну и куда ты нас заводишь? Окей. Тоже вариант. Куико. Что? Я не успел прочитать. Используй мой сентипид. Ой, черт. Что сейчас происходит? Если бы я знал. Сейчас кто-то проснется. Ну, а это загораться будет или никак? Не будет. Типа монстр преграждает путь, да? Ё-моё, что же это такое-то вообще сейчас тут? Окей, давайте попробуем разобраться во всей этой канители, которая здесь начала происходить. Только что все загоралось, а теперь все это погасло. У нас здесь есть лягушки, но это такое. Пока что мы их не трогаем. У нас вот тут есть ход, вот тут есть ход. Окей. Давайте, наверное, все-таки заглянем в этот чертов ящик, коробку. И попробуем узнать, хоть какую-то подсказку получить. Потому что я на самом деле сейчас мало что понимаю. Конечно, я через какое-то время все пойму прекрасно. Тебе кажется, что ты застрял? Может, толстый живот поможет? Немного. А другие... несколько другие символы указывают на разные направления. Ну, то есть у нас там всякие закорлючки есть. Очень легко, конечно, в них ориентироваться. Могли бы попробовать использовать какие-нибудь геометрические фигуры, которые проще было бы запомнить там. Квадрат, треугольник, круг, завитушка, прямоугольник... какой-нибудь, я не знаю, ромб там и так далее. Ладно. Кровать монстра будет двигаться в указанном направлении. У меня только есть один вопрос. Зачем нам сейчас нужно двигать кровать этого монстра? Было бы неплохо получить больше подсказок. Ага. То есть, наступая просто на это все, да, я... меняю направление. Понял? Понял. Теперь нужно подумать, зачем нам куда-то идти. Ну вот сюда мы еще не ходили, между прочим. И мы можем с его живота также куда-нибудь прыгнуть, да? Если я прыгну вот так. Бум. Это нам потребуется где-нибудь чуть дальше. Цель было бы неплохо понять. То есть мне нужно, по идее, доставить монстра... вот сюда, да, чтобы нажать эту шестеренку. И потом вот сюда, чтобы с его живота перепрыгнуть. Но у нас здесь есть лягушки, на которых он по-любому загрится. Поэтому мы сюда никак не допрыгнем. Угу. Пока что имеется в виду. Сюда нужно ли нам... видеть еще, что там сверху есть? Ну, сюда я не вижу пока никакого смысла отправлять нашего монстра. Как, впрочем, и сюда. Но у нас где-то был синий фрукт. Такое большое пространство, на самом деле. В нем довольно тяжело ориентироваться. Ага, вот тут у нас есть фрукт.
То есть мы можем его развернуть в эту сторону и запрыгнуть. Я надеюсь, что мы можем запрыгнуть туда. Давайте попробуем. Нет. А как нам тогда туда добраться? Хм. Это хороший вопрос, друзья. Хороший вопрос. Ладно, давайте попробуем все-таки куда-нибудь его отправить. Например, вот туда. И посмотрим, что из этого выйдет. Можем ли мы? Нет, рычаг не активен. И здесь не активен. То есть мне нужно прямо стоять здесь на этой штуке. Внезапно в этом направлении у нас появилась вот такая вот тут ручка, чтобы толкать нашего монстра. Я дотолкал сюда, и казалось, его можно остановить в любое время, что, конечно, здорово. Я просто думал, что его так называемая кровать будет перемещаться автоматически, самостоятельно, но поскольку мы перемещаем его вручную, то вещи становятся намного интереснее. И теперь мы, по идее, должны допрыгнуть сюда. Отлично. Нажать на эту шестеренку, наверное, откроется проход, я думаю. И я угадал. Замечательно. Оп. И теперь мы можем его двигать дальше. Вот такие вот не совсем очевидные вещи, конечно, здесь. Я думаю, что если я заберу этот фрукт, то эта детина сразу же проснется и побежит за мной, мне кажется. Да? Побежишь за мной? А я попробую отнести фрукт наверх. Да, он, слышу, проснулся уже. Нет. Нет никакого тебе фрукта не будет. Все, пускай он здесь лежит. Ну, чтобы мы могли его в любой момент потом забрать. Без прыжков туда наверх. Где твоя кровать? О, окей. Кровать где? Вот, наконец-то. Отлично. Ну, раз здесь открылся проход... Нет, мы в эту сторону его отправляли. Давайте его дальше и повезем на тележке. Не, ну это, конечно, прикольно. Вперед, мой друг. И... Окей. Что теперь? То есть мы можем его довести вот сюда, скажем. И потом здесь как-то попытаться открыть проход. Ну, а, вот у нас есть здесь рычаг. То есть нам нужно его привести. Вот, знаете бы, может быть, вот это она и есть обозначение, эта завитушка. Но я не уверен. Они как бы в каждой стороне свои. Вот, например, по-моему, она повторяется здесь, да. И как переключать, то есть посмотрим сейчас, да. Скорее всего, нам нужно будет его развернуть потом вот здесь. И там, ага. Запутанная такая система просто, ей-богу. Могу ли я его развернуть наоборот? Это было бы очень неплохо, на самом деле. То есть мы можем его туда отправить. Сюда пути нет. Сюда пути нет. Тоже. Угу. То есть получается, что мы в любом случае должны его толкать постоянно куда-то вперед. То есть пройти через лягушек нам теперь обязательно. Зачем тогда куча этих переключателей?
как бы, это, конечно, прикольно, когда вот сложные такие задачи, но когда специально усложняют довольно простые задачи, вот это не очень весело. Ладно, сиди тут. Теперь мы можем его там развернуть куда-то, да? Есть ли здесь какие-то шестеренки, которые... Нет, здесь ничего такого нет. Есть вот тут, но мы туда не доберемся сейчас никак. То есть, мне кажется, я туда не допрыгну. Давайте проверим. Бадум. О, допрыгнул. Ну и сейчас начнется бедствие лягушачье. Сейчас наш монстр учует. Угу. Есть ли возможность этих лягушек? Откуда они берутся вообще? Я понял. Тебя, мой друг. Эй, давай за мной. Где ты не сможешь пройти. Давай. Оп. Бу-бу-бу-бу. У меня для тебя есть подарок. Но, о, ты уже здесь. Ты посмотри. Да на, ешь, на. Все, спать ложись. Наркоман и пьяница. Ты ложишься? Все, ложится. А теперь сходим проверим количество лягушек, которые здесь осталось. А, и остались ли они вообще? То есть они были у нас... Вот тут, да? Я слышу их кряхтение. Может быть, конечно, стоило их вручную вообще уничтожить. Как вариант тоже. Но теперь мы можем сюда снова доставить нашего монстра. И опять проделывать этот огромный путь. Окей. На этот раз я решил свозить его в другую страну. В другую сторону. И вот здесь теперь мы снова остановились. И если забраться уже на этого монстра, вот только отсюда можно будет увидеть, что здесь все-таки есть шестеренки. И теперь нам нужно прыгнуть и открыть здесь проход. И я надеюсь, что на этом наше страдание уже закончится где-нибудь. Все, открыли проход, отлично. Теперь давайте его довезем сюда. И там уже по идее, по прямой, уже после того, как мы его развернем, мы сможем добраться до нашей точки назначения. Дай бог. Что это произойдет, конечно. Все, стоять. И теперь нам нужно развернуть его налево. Сюда, потом направо. Боже мой, сколько всего нужно сделать. Нам нужно развернуть его вот в ту сторону, да? Так, то есть это у нас получается... Наверное, сюда. Угу. Эти завитушки на самом деле совершенно бесполезны, которые как бы должны были бы обозначать мне направление, в котором я хочу отправить своего монстра, но мне проще ориентироваться здесь уже все-таки на собственное чувство пространства, которое у меня, конечно, не очень хорошо развито в компьютерных играх, имеется в виду. Все, ты прибыл сюда, и теперь нам нужно развернуть тебя вот в ту сторону, и в та сторона это у нас типа... Типа какая-то вот такая завитушка. Совершенно непонятная какая-то такая завитушка. Ладно, а... Куда-то вот направо его нужно вести теперь. Пойдем переключим. Ты его кровать. Идеи, конечно, прикольные.
То есть все сделано шикарно. То есть мы развернем его кровать вот туда. К сожалению, я не вижу, правильно ли я развернул. Наверное, нет. Наверное, вот это она завитушка. Ну да, вот там было такое обозначение. Давайте сходим проверим, правильно ли мы его развернули. Не совсем. Еще правее надо. Так. То есть вот аж вот так. Аж вот сюда надо разворачивать. Правильно? Правильно. Ну, вообще вот эта штука должна мне показывать, что правильно или нет издалека. Я, наверное, не обратил просто внимания. Вперед! Вот чем я еще в компьютерных играх, конечно, не занимался, так это тем, что не перевозил монстров на живых кроватях. Вот. Если так подумать, то нет, ни в какой другой игре такого не было. Так, монстр. Ты мне сейчас послужишь опять снова батутом. Опять снова. Да. Я шикарен в своих высказываниях. И... наконец-то. Мы открыли последний проход. Теперь нам нужно его развернуть на 90 градусов. Да? Да. И это у нас направление... вот такая... продолговатая буква G, но нет, это не то направление. Это у нас направление более квадратная буква G. Ладно, разберемся. Go. Я надеюсь, что я увижу этот хвостик, который от кровати отходит, если мы ее разворачиваем на нужное направление, где можно перемещаться. То есть вот это. Увидим мы хвостик? Увидим! Отлично. Но я, по большому счету, доволен своим прогрессом. До сих пор. И теперь мы его отправим вот сюда. Откуда уже наконец-то сможем прыгнуть и отправиться в храм, где нашу Лулу могут оживить. Я надеюсь, что это произойдет в этой серии. Вперед! Давай! Ей! Все, залазь. И прыжок. Бум! Чекпоинт. Ну, монстр остался у нас там, сейчас мы его заберем. Иди, монстр, сюда. Вот спящая красавица. Да? Ну, кушеньки. А вон и девчонка. Храм недалеко. Забудь пока о монстре и иди за мной. А, отлично, наконец-то, паркур! Да не, это не паркур. Хотя, это паркур с препятствиями. Сюда, Квико. Окей. Сюда, так сюда. Смотрите, где Лулу надо использовать. И тут могут быть, между прочим, лягушки. Что не круто. Но, к сожалению, друзья, наше время подошло к концу. Причем оно подошло к концу еще минут, наверное, 10 назад. Поэтому я думаю, что в следующей серии мы уже наконец-то сможем оживить нашу Лулу. Ну а пока что все. Меня зовут MJ Ramon, и мы здесь закончили. Пока.